Коротким ночам короткое кино. Кстати, короткометражки в эти дни показывают не только в России, но и по всему миру. На крышах, автостоянках, пляжах. В Барнауле главной площадкой стал парк Алексея Смертина. Сегодня необыкновенный день. Этот день, украшенный лепестками роз, нежностью поцелуев и этим всепоглощающим «Я тебя люблю». 8 фильмов, 8 историй любви, преодоления себя, смешных и трагичных. И несколько десятков зрителей самых разных возрастов. Пожилые признались нам, что вспомнили, как в советское время работали такие же летние кинотеатры. Молодые пришли ради удовольствия, хотя кто-то и с профессиональным интересом. Я занимаюсь темой киноискусства и недавно защитила диссертацию по киноискусству. И кинофестивали — это форма киновоспитания молодежи. Поэтому как я могла не прийти? Не надо в душных аудиториях сидеть, так как лето пространство сближает. Театральный режиссер Сергей Лебедев, заглянув ненадолго, остался до конца. Во-первых, говорит, фильмы отобраны хорошие. Но главное, то, что происходит, явление вполне европейского уровня. Наконец-то до Барнаула дошло какое-то такое хорошее культурное явление, и что это бесплатно, что люди приходят, смотрят, и что это очень как качественно и эстетично оформлено все. Лавочки, люди сидят там на газоне. Очень, мне кажется, повышает уровень какой-то культурной жизни, да, Барнаула. По правилам фестиваля зрители выбирают лучшие, на их взгляд, работы, подсвечивая экран фонариками. Но было настолько светло, что голосовали по старинке через записки. Результаты рассмотрят, а ближе к осени станет известно, какие киноленты признаны лучшими. А на следующий год, обещают организаторы, фестиваль обязательно повторится в Барнауле. Они надеются, что зрителей будет еще больше. Илья Кочетков, Николай Шилко, наши новости.